полночь полиция в Тбилиси применила водометы, резиновые пули и дубинки для разгона демонстрации. Проведение акции протеста было разрешено до этого часа, но около 5000 оппозиционеров остались на площади мира. Два десятка человек доставлены в больницы. По последним данным, два человека погибли. Один из них – полицейский. Власти винят в этом демонстрантов. Полиция была вынуждена применить силу. Демонстранты оказали сопротивление. Они на машинах врезались в толпу. При этом погиб один полицейский. Оппозиция со своей стороны обвиняет полицию в несоразмерной жестокости. Пострадавших очень много, потому что правительство провело, как это называется, карательную операцию. Это была не акция, которая была направлена на то, чтобы, как они говорят, освободить площадь. Оппозиция намерена продолжить протесты против президента Грузии Михаила Саакашвили.